Так, ну, а это просто прокомментировать решил. Переведено, следующее письмо. Переведено 2900 рублей на номер телефона. Вот он мой номер, хотите тоже переводите. Здравствуйте. Получил посылку. Если посадка в апреле, то когда надо начать сертификацию и как родительно до сертификации? Ребята, я уже хотел взмолиться, ну сколько, каждые 5 лет, и опять я буду рассказывать даже не пятый раз, да, 5 лет, а восьмой или десятый. Почему? Потому что кто-то весной заказывает, кто-то осенью, кто-то зимой. Я уже очень коротко, получили посылку. Освобождаете от этих, это касается многих из вас. Кстати, ну, подумаешь, вот эта пачка, те, которые заказали, ну и забыли, как случайно деньги перевести. Может, кто-то еще вспомнит, может, и когда не переведут. Вот. А вот два человека прислали все-таки деньги. Вот для них говорю, не для двух, за зиму таких будет хоть несколько десятков. Для вас всех. Да и потом, вот один из вас, знаете, что написал? Я не успел ответить. Там, в WhatsApp. Он говорит, Константинович, а можно, чуть ли не спрашивает меня. Я хочу из Астрахани выписать семена косточек. Так, у него там друзья. Заметьте, вопрос важнейший. Но он связанный с посылкой, ведь надо еще уметь обращаться с косточками. Ну, тогда я начинаю издалека. И вот я, говорит, закажу. А в Астрахани, а для меня Астрахань, это примерно где-то рядом с Африкой. А он пишет так. Летом 40, дикая жара, а зимой минус 35. Ну, ничего себе. Я первый в этом слышу. А где это в Астрахани? Это не Архангельск, извините, который на одном конце материка, а это совсем другой конец. Вот. Это Астрахань. И я теперь, говорит, как хочу. Я их вместе посажу, они переопылятся. Или, может быть, даже если он имел в виду, что потом один привет на другой. И вы понимаете, с одной стороны, вот он наш человек. Вот он думает, это так здорово. И сказать ему, что вы что, хотите заменить всю науку, начинать с нуля, когда уже давно одна из крупнейших абрикосоводов России ездила в эту самую, в Среднюю Азию, там она набрала семенного материала. Ну, командировка есть командировка, а куда же ехать, как не где можно позагорать. Вот. Привезла семена, сколько она ими занималась. И последняя фраза, Антон Валерьевич, вспоминайте, перепуска ваша с ней была. Последняя фраза, все-таки переходим на работу с манжурскими абрикосами. Ну, естественно, в скобках, как она этого не пишет, но для нас понятно, как самые морозостойкие в мире. Вот. И вот получается, что вы, ну пусть тут нет вашей этой самой фамилии, но я очень рад, что вы в эту сторону думаете, я очень рад, что вы хотите так делать. Есть желание? Вот. Делайте. Нет желания? Тогда послушайте меня. Подвои готовы для вас. В Астрахань ехать, скорее всего, вы потеряете много денег, потому что потом надо будет все это адаптировать. Я снял фильм, он выйдет сегодня, завтра, послезавтра. Так, это значит, там я стою, Антоновка. Кто раньше был, тот видел на ней вот такие вот плоды, 120 на одной ветке, а на ней я привел Golden Delicious. Но не Golden Delicious, который у меня есть, огромные, вкусные, прекрасные плоды до 540 грамм. Вот. Которые вроде бы пришлось переначить Golden Delicious, потому что никто его не признает, и за Golden не признает. Вот. Какой-то сирота оказался. А настоящий он оказался с посылки. Сергей получает посылку, 6 персиков, они сразу умирают. Сразу, заметьте, сразу. Они были с листиками, живые с листики. То есть это умудриться, там, где уже в марте можно выкапывать саженцы, умудриться прислать в мае с Крыма. С листьями. Это же подлость настоящая. Дальше. За этой подлостью что последовало? Персики погибли, а две яблоньки дожили до 2-го года. И тогда я голден, уже настоящий, срезал. У меня прекрасная прививка, но она уже больная, уже видно, на ней уже это, морозобойный.
И все, второй год там. В кино, вот увидите, завтра-послезавтра. Я уже рассуждаю, это первый этап. Теперь успеть веточки срезать. Прекрасно, веточки несколько. Второй этап. Вот именно с помощью прививок можно адаптировать их к любой местности. А у вас семена. Вот подумайте, что дальше делать. Не отбиваю охоту, не это. Вы, получается, пройдет, я не знаю, сколько вам лет, а вдруг 25. Годам 60, хо-хо, вот. Ну, подумаешь, сказали, что там, а, нет, сказали, что эти плодики маленькие, не, мелкие плодики, не, тогда получается как морозостойкие. Ну, давайте так, если правда там 35 у вас на ходе, а 50 это Сихотаринские горы, выбирайте.